Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії Михайло Гриб, заступник начальника головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Доброго вечора, ми раді вітати вас. Доброго вечора. Пане Михайло, ну, на початку нашого ефіру хотілося б дізнатись про оперативну інформацію щодо надзвичайних ситуацій, подій та пожеж в Миколаївській області. Яка статистика? Значит, оперативная обстановка на территории Николаевской области остается по состоянию на 13 февраля 2017 года стабильной и контролируемой. С начала года в Николаевской области зарегистрировано две чрезвычайные ситуации природного характера, погибших и пострадавших нет. Также зарегистрировано 13 чрезвычайных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение на 40% происшествий, в прошлом году было 21 происшествие. Вследствие происшествий погибло 3 человека, 19 человек пострадало. Чрезвычайные происшествия в основном связаны с ДТП на автодорогах области, где для деблокирования пострадавших, а в отдельных случаях деблокирования тел погибших, привлекались оперативно-рятувальные отделения подразделений Главного управления, в которых на вооружении есть специальные гидравлические инструменты, специальное оборудование. Кроме этого, отмечается рост на 30% количества пожаров. В Николаевской области с начала года зарегистрировано 210 пожаров. Погибло 21 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значит, у нас показатели увеличились на 60%, это 13 человек. Огнем уничтожены материальные ценности на сумму более 3 миллионов. Также участились у нас случаи пожаров на объектах хозяйственной деятельности. Значит, практически каждую неделю в области происходит от 20 до 30 пожаров. Основные причины – это неосторожность при курении, неисправность электропроводки, неисправность, несоблюдение мер безопасности, точнее, при эксплуатации газовых приборов. Ну и также неисправность печного отопления в сельской населенной местности, где люди используют печь. Вы говорили о снижении происшествий, ну, я так понимаю, статистика, да, в сравнении с прошлым годом, но в то же время вот рост пожаров. С чем связано и снижение, и вот такой рост? Казалось бы, зима, вроде бы и пожаров должно быть меньше, но... Ну, если начать с пожаров, то рост пожаров, он у нас обусловлен прежде всего погодными условиями. В зимнее время традиционно у нас большее количество пожаров связано с жилым сектором, отопительные приборы, обогреватели. Также полностью есть дома из-за неуплаты отключены, это в частном секторе. Люди экономят, и вот по причине неосторожного обращения с огнем очень много у нас есть пожаров, рост и гибель на пожарах. А если говорить о происшествиях, вы сказали о том, что снизилось их количество, то есть это, ну, понятно, в какой-то степени ваша заслуга, в том числе профилактическую работу, наверное, ведете? Ну, происшествия у нас бывают дорожно-транспортные происшествия, значит, медико-биологического характера. То есть на данный момент, в данный период не было у нас отравлений кишечных. Вот это они характерны для летнего периода. Здесь он по сезону снижение идет. Уже у вас целая наука. Ну а как же, по каждому идет разделу, и статистика, она же говорит за себя. Поэтому у нас пока идет снижение для данного периода. Но в связи с тем, что покрытие дорожное остается скользкое, поэтому дорожного ДТП очень много, мы на них реагируем. На воде есть ряд происшествий, ну, мы более детально, наверное, позже остановимся там. Ну, раз уж мы говорим о скользких дорогах, стоит, наверное, поговорить и о том, как вы справляетесь вот с такими ситуациями, когда погода дает о себе знать. В этом году было несколько снегопадов, таких достаточно серьезных, что, в общем-то, вашей службе дало работы немало. Да, я хочу более детально остановиться на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая вот имела тут, место. Собственно, у нас есть видео, давайте посмотрим, да. А вы, пожалуйста, комментируйте. Значит, в период с 6 по 8 января 2017 года на территории Николаевской области в результате осложнения погодных условий, а именно осадки в виде сильного снега,
Порывистого ветра до 25 метров в секунду, снижение температуры от 12 до 17 мороза. На дорогах образовались снежные заносы, были нарушены нормальные условия функционирования транспортной инфраструктуры области, как на дорогах государственного, так и на дорогах местного значения. Значит, учитывая сложность обстановки, 6 января решением регионального штаба под руководством первого заместителя главы облгосадминистрации Бонь Вячеслава Валентиновича принято решение о закрытии движения для всех категорий автотранспорта по автодорогам государственного и местного значения в пределах Николаевской области. Сотрудниками полиции выставлено 29 блокпостов на въездах в Николаевскую область с Киевского, Одесского, Днепропетровского и Херсонского направлений. Ну и, соответственно, данная работа была организована в городе Николаево на всех указанных направлениях. Такая вынужденная мера принята с целью недопущения образования заторов на дорогах и для эффективной работы дорожной техники. Значит, организован был отстой транзитного транспорта в городах и населенных пунктах, где есть сеть автозаправочных пунктов, пунктов питания и стационарных пунктов обогрева, которые были развернуты органами власти. Я хочу сказать, что силами подразделения службы автомобильных дорог с привлечением техники инженерной всех предприятий области была организована расчистка дорог. Ежедневно привлекалось более 100 единиц техники, а также более 150 человек людей. Общими усилиями удалось, значит, не допустить гибели людей на автодорогах. В целом, значит, от главного управления ежедневно привлекалось 2 мобильных пункта обогрева с целью оказания помощи тем людям, которые оказались в заторах, в заносах. Значит, мы направляли в Киевском направлении 1 пункт обогрева мобильный и 2 в сторону Коблева, это у нас Одесское направление. Также на въезде в город Баштанка был организован стационарный пункт обогрева, где готовился горячий чай, горячее питание для тех водителей, тех граждан, которые перемещались в сторону Днепропетровска. Вот. Для оказания помощи на автодорогах привлекалось 95 единиц техники от главного управления, это техника повышенной проходимости, автомобили ГАЗ-66, ЗИЛ-131, КАМАЗ-КРАС. Оказывали помощь, да, оказывали помощь прежде всего легковому автотранспорту, который оказался в заносах. Всего за период непогоды из куветов было вылучено 140 автотранспортных средств. Из них 6 скорой помощи, также 2 бригады РЭС мы оказывали помощь. Ну, в целом с непогодой, местными усилиями совместными, значит, удалось нам управиться, я думаю, нормально. Ну, насколько я знаю, в этом году гораздо меньше людей попали вот в такую ситуацию, попали в снежный затор. Все-таки заранее объявляли и обращались с просьбами не выезжать без лишней необходимости. Так, на дороге. Да, я бы хотел остановиться на следующем. Значит, если сравнить ту непогоду, которая была последние 3 года, это у нас 14, 15, 16 год, то на сегодняшний день хочется отметить понимание граждан области ситуации. Значит, многие прислушались к тем прогнозам гидрометцентрам, тем предупреждениям, которые в средствах массовой информации звучали, и многие воздержались от поездок на легковом мототранспорте за пределы населенных пунктов. Также звонили в оперативно-диспетчерскую службу, узнавали, дорога открыта, когда будет открыта, закрыта и так далее. И не было в этот раз, у нас не было звонков, жалобы, претензий. То есть все с пониманием отнеслись. Если штабом принято решение об закрытии дорог, значит, это правильное было решение. Я хочу назвать статистику. То есть именно в этом году нам удалось, значит, выйти в непогоду без заторов на дорогах. У нас, я ранее докладывал, что 140 транспортных средств мы вылучили из куветов, но заторов на дорогах не было. Если взять статистику, январь 2014 года в заторах оказалось 1616 единиц транспорта и 2666 человек. Значит, в декабре 2014, январь 2015 в заторах у нас было более 3
1600 единиц автомобилей и 1600 человек. Ну, январь 16 в заторах 271 единица автотранспорта. То есть, если сравнить вот эти три года, то этот год у нас мы сработали все вместе в области, штаб на оценку, можно сказать, отлично. Заторов не было. Правильное решение было перекрыть трассы. Так. Собственно, наверное, это и помогло с такими минимальными. Да. И дороги своевременно, так сказать, расчистили, люди не попали в заторы. Все-таки легче человеку, водителю и гражданам, которые пассажиры в населенном пункте непогоду переждать, чем в поле. В поле и добраться надо до тех людей, которые оказывают, и топливо заканчивать, и так далее. Поэтому это решение было правильное, оно оправдывает себя. Если, ну, собственно, зима еще не закончилась, не ожидаете ли вы в ближайшее время каких-нибудь там обледенений или еще чего-нибудь в таком роде? Ну, на сегодняшний день погодная обстановка у нас стабилизировалась. Значит, за прогнозами Николаевского областного гидрометцентра на февраль месяц, значит, небольшие морозы ожидаются ночью, дневная температура прогнозируется плюсовая. То есть, каких-то метелей и аномальных явлений не прогнозируется до конца февраля. То есть, мы уже к весне готовимся, да? Дороги чистые, проезжаемость нормальна? Так, все, везде дороги открыты. И местного значения, и государственного значения. То есть сегодня уже в службу спасения звонки не поступают о том, что, ну, есть и поодинокие, там где-то в кювет, где-то не добрался, не рассчитал. Ну, ситуация контролируема. В этом году зима радует такими морозами. Ну, кого как, кого радует, кого не очень. И лед на воде стоит достаточно крепко, но, тем не менее, происшествия на льду тоже случаются. Вот, как бы, давайте перейдем к этой теме. И у нас тоже есть видеоматериал, давайте его посмотрим и продолжим. Значит, ну, это предоставлен видеоматериал. 3 февраля в 15:20 до оперативной диспетчерской службы Главного управления Николаевской области от человека, который ехал в маршрутном такси, поступило сообщение о том, что на реке Южный Буг в районе Варваровского моста, в районе фарватера, находится буер, это санки на коньках под парусом, рядом с ними на льду лежит человек. На место происшествия прибыли спасатели дежурной смены аварийно-спасательного отряда и оперативно-координационного центра, а также отделение 10-го взвода аварийно-спасательного отряда на судне с воздушной подушкой типа «Пегас». Значит, спасатели добрались к потерпевшему и с использованием специальных носилок, которые не тонут, спасли человека на прибывший катер, затем доставили его на берег, передали потерпевшего бригаде скорой помощи. Значит, работы были сложные, но прежде всего... Почему сложность? С чем связана сложность? Лед в районе Варваровского моста, где фарватер, там очень тонкий и хрупкий. Значит, спасатели, когда перемещались до пострадавшего человека, значит, сами проваливались в воду, но у нас костюмы, которые не пропускают воду, поэтому в данном костюме человек не тонет. Угу. Вот, пробирались до данного потерпевшего. Значит, на момент прибытия, значит, потерпевший уже были явные признаки его обморожения, оцепенения. И если бы провалился еще раз лед, то человек бы уже не мог удержаться на воде. Он бы ушел, а там глубина была приличная. И катер, который подходил, вот на видео мы смотрели, он также, ну, проламывал лед. Поэтому было сразу принято решение, значит, выполнял это спасание самый опытный сотрудник, майор Шпилевой, это замначальника аварийно-спасательной части с пожарным спасателем. Вот, поэтому с поставленной задачей справились. Ну, для нас, для сотрудников оперативно-спасательной службы это не новое, это наша работа, наша профессия, мы свое дело всегда делаем. На оценку отлично. Сегодня сработали, вот в данном видео подтверждение, на оценку отлично, человек остался жив, оказали помощь, поэтому... Ну, я думаю, что стоит поговорить и о том, что привело к такому происшествию. Это, ну, я не знаю, какая-то неосмотрительность, это какое-то нежелание руководствоваться какими-то правилами определенными поведения на воде. Что, в принципе, является причиной, я не говорю конкретно про этот случай, а в общем, что, в принципе, является причиной трагедии, которая случается вот
на льду? Причиной трагедии, прежде всего, это беспечных тех людей, которые идут на лед. Как у нас все знаем, что в зимнее время это традиционная зимняя рыбалка. Есть традиционные места. То есть это категория людей. Есть категория людей, которые любят кататься на коньках и так далее. То есть вот, тот случай – это катание на коньках, но больше всего у нас людей, которые занимаются рыбалкой, подводным ловом рыбы. Но я хочу сказать, те рыбаки, которые занимаются рыбалкой из года в год, они себя могут обезопасить. То есть знают, как это делать. Знают, как правильно, знают. И с этой целью я хочу сказать, что сотрудниками главного управления проводятся рейды, особенно в выходные дни. Мы проводим рейды, каждому рыбаку подходим, вручается, памятка, доводятся те трагические случаи, которые в Украине есть, беседы, и, естественно, каждому приемы, порядок, как себя вести, это все доводится до людей, рассказывается. То есть мы эту работу проводим, также привлекаем, у нас есть специальное судно на воздушной подушке «Торнадо», показываются приемы спасания. Люди видят, что им еще раз напоминает, как себя вести на льду. Я хочу сказать, что сегодня хотел бы обратиться к любителям зимней рыбалки, не забывать тех правил, которые они есть и всегда будут правильными. Это первое. Выходить на лед можно только, если его толщина от 10 и более сантиметров. А как это узнать? Первое, если пришел к воде, ни в коем случае не надо ее лед пробовать ногой пробивать. Есть пешня, может получиться. Пешня с собой, есть, понятно, каждый рыбак берет с собой средства, смотрит, если лед проламывается, вода поступает, на такой лед выходить нельзя. На такой лед выходить нельзя. Если лед трещит, тоже выходить нельзя. Вот, поэтому, отправляясь на рыбалку, не лишним будет взять с собой, кроме снасти, понятно, если есть доску, термос с горячим чаем, обязательно телефон. Вот, и продвигаться по льду, я уже объяснил, как заходить на лед. Угу. Продвигаясь по льду, надо обходить те места, которые явные, промоины видны, трава вросшая и так далее. Это уже подозрительные места, там они, понятно, что человек может провалиться. Вот. Если идет группа людей, продвигаться, соблюдая дистанцию. Точно так же, когда занимается зимней рыбалкой. Полынью необходимо делать на расстоянии не менее 5 метров друг от друга. Если в одном месте соберется масса людей, соответственно, лед тоже уже становится еще меньше, то есть опасней. Я хочу сказать, что хотел бы сегодня обратиться к родителям. Ни в коем случае не отпускайте детей без присмотра взрослых на лед, им там делать нечего. Детям разрешается находиться на специальных катках, но ни в коем случае на открытых водоемах, которые есть сегодня в нашей области. Объясняйте детям, что это опасно для их жизни. У нас есть еще материал по теме, давайте посмотрим. Торнадо, о котором я говорил. Судно на воздушной подушке, которое имеет и скорость, и маневренность, рейды. Это собственно, те рейды, о которых вы говорили, Разъяснительная работа. Люди с пониманием относятся к тому, что мы проводим данную работу, объясняем еще раз, напоминаем. То есть у нас не было таких случаев, чтобы кто-то сказал, что это нам не надо. Вы нам что нам рассказываете? Вопрос их собственной безопасности. И никто никогда нам еще не говорил, что мы все знаем. То есть все внимательно слушают, выполняют. И есть результат. У нас на льду сегодня, на данный момент, утопленников нет по льду. В на озері Ковзан кучи риболовлю? Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.
Ну, насколько я понимаю, еще одна из причин возникновения каких-то таких вот ситуаций на льду – это алкоголь в том числе. Не стоит, наверное, алкоголь и лед несовместимы, собственно, не только лед, а в принципе. Да, для сохранения жизни. Точно так же, как я говорил по пожарам, что курение, особенно в нетрезвом виде, приводит до пожара. Точно так же в состоянии алкогольного опьянения на льду, соответственно, человек теряет бдительность, но и те полынья и все остальное, как правило, находят такие люди. Поэтому ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки. Вышли, лучше чая горячего взять с собой на рыбалку. Это будет больше успех, и улов хороший будет, и жизнь сохранена. Ну, раз уж мы заговорили о пожарах, давайте, собственно, и продолжим эту тему. Пожары, каково их количество, есть ли погибшие и причины возникновения пожаров? Значит, на сегодняшний день 210 пожаров у нас зарегистрировано. Основная масса – это жилой сектор. Значит, я хочу сказать, что в данном вопросе оперативно-спасательной службы особое внимание уделяется это проведение информационно-разъяснительной работы среди населения. Значит, проводятся рейды по жилому сектору, аналогично, как и по водным объектам. Значит, вручаются памятки, подсказывают людям, начиная от притопочного листа, который там, где есть печное отопление. Ну и заканчиваем, обращается внимание на вопросы состояния электропроводки. На сегодняшний день в области проведено более 150 рейдов. Мероприятия проводятся в каждом районе области без исключения. И эта работа будет продолжаться. Также я хотел бы еще сегодня рассказать о той работе. Кроме того, что с гражданами проводится профилактическая работа, недопущение пожаров, также большая работа проводится с детьми. Значит, в этом году с начала года сотрудниками проведено более 15 мероприятий в детских садах, около 10 в школах. Значит, информационно-профилактической работой охвачено более 500 детей разных возрастов. Я хочу сказать, что по данному направлению разработано более 20 разнообразных сценариев, каждый из которых предусматривает, значит, например, опасность в быту, правила поведения на отдыхе, летние и зимние опасности, осторожно, электроприборы и ряд других занятий, которые проводятся и в детских садиках, и, естественно, проводятся в школьных учебных заведениях. Знаешь, главная цель для нас – это не просто провести мероприятие, а действительно донести до сознания каждого ребенка, каждого школьника понятия, проблемы и, конечно, научить правилам беспечного поведения, чтобы человек понимал, что есть опасность, естественно, он будет, так сказать, всегда помнить. А если говорить об эффективности, насколько эффективна такая работа с детьми? Работа с детьми – это самая благодарная работа, потому что дети, они верят всему тому, чему мы учим. Эта работа весьма-весьма эффективна. У нас еще есть выставка. Вот дети с большим удовольствием посещают пожарную выставку, на которой есть разные наши композиции, показано действие. Вот, и дети всегда остаются довольны, всегда искренне говорят слова благодарности, что им это все рассказывает, показывает. И, соответственно, вот у нас в последнее время нету таких пожаров, как так называют, шалость с огнем детей. То есть сегодня у нас таких пока причин нет. Но, тем не менее, если говорить о статистике, если говорить о погибших, количество их увеличилось или все-таки профилактическая работа возымела свое действие? Ну, на данный момент профилактическая работа, она всегда дает свой результат. Сегодня у нас есть погибшие, но погибшие из числа тех категорий, которые злоупотребляют спиртными, как мы уже сегодня об этом говорили, и неосторожность в нетрезвом виде при курении. Основная профилактика, многие люди, которые погибли, это за этой причиной. Ну и вторая причина, это неисправная электропроводка. Тут уже профилактику проводим, но видите, как человеческий фактор.
Ну що ж, на жаль, наш час вже майже закінчено. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за таку профілактичну бесіду в тому числі. І приходьте ще, будемо говорити і попереджати. Я дякую, на все добре. Спасибо.